Ох, уже кто-то нас тут ждет. А ну-ка. Кто-то нас тут кто ждет. Кто у нас пушистый? Смотри, сколько вон. И Люся прибежала, да? И на сухи вон пришли. Так, Джоник, яблочко будем? Да, Джоник, будем яблочко? Яблочко. Сейчас, погоди, я поломаю пополам. Люся такая смотрит. На, Джоничек. Опа. Джоник, ты не поднимаешь на сухи? Люся, тащи. мне дай. Джоник, что такое? Опять. Что? А, вот тут рядышком упала. Люся, ты Люся дала целое, она, короче, половинку выбросила, а целое вот это пытается затащить. Люсинда! Сейчас и это упадет. Нет, это она держит. Насухи. Она сейчас пооткусывает. А что же это за насухи такие реактивные? Джоничек, так, а что ты вредничаешь сегодня? Что-то ты вот это каждый раз, как мы приходим, ты что-то вредничаешь, маленький. Ну, семечки тогда давайте. Орешки. Сейчас семечек насыплю и орешков принесу. Чебозе-бозе, Джоник. Ну да. Ты, может, вон ближе к этому, к пню. Все, и Люся яблоко бросила. К пню, говорю, на пень Танюш, туда. Да, потому что тут как-то... Джоник, пойдем. Пойдем, Джоничек. Иди пойдем, сюда, пойдем, Джоник. Пойдем, мой иди, хороший. Иди, я тебе на пень накидаю. Да, пойдем, смотри. Давай туда. Опа, смотри, там сколько будет семечек. Садись, как король на трон туда, на пенек. Сядь на пенек, съешь. Семечек, пирожок. Кулачок. Да. Так. Давай. Опа. Опа. Ну, не знаю, чем тебе угодить. Сейчас еще орешки принесу. Орешки, вот, да, орешки. И на сухи тут, как тут, смотри. Ну, да. Люся так. Там осталась. Давайте. На пенек туда. Джоник, ты за общением скучаешь, скажи. Кормят-то нас тут отлично, да? Да, говорю, а поговорить не с кем, да. Так, друзья, я хотела сказать для тех, кто пишет, что Джоник любит тульский пряник. Он его любит. Но это не значит, что его можно регулярно им кормить. Закармливать этими тульскими пряниками. Таня его угощает. Дети любят чипсы и сухарики соленые, но им же их нельзя. Конечно. Так и с Джоником. Одно дело, когда его угостит Татьяна там когда-никогда. А другое дело, вот сейчас все приедут и будут Джоника угощать тульским пряником. Так что, друзья, да, лучше Джоник? Так не делать. Да? Ты со мной согласен, Фунтик? Да. Да, Джоник? Я, конечно, негодую. Я хочу пряник. Ну, Джоник... Но... Джоник, семки полезнее, чем пряник, однозначно. Сейчас еще орешков всыпаю. Арахис полезнее, чем пряник, однозначно. Пряники это только по праздникам у Танюши. Да. А мы не будем кто устраивать едет, праздник каждый день. Кто едет в парк, ну мы не каждый день, но тем не менее. Вот просто, ну, рекомендация, что кто едет в парк, лучшее угощение это то угощение, которое создано природой. Природа. Пряники пряниками. То есть это овощи, фрукты, семечки, орешки. Все это в необработанном, не жареном, не соленом виде. Вот это лучшее угощение будет для животных. Потому что пряник это, конечно, здорово и замечательно. Но гамадрилы в природе даже не знают, что такое пряник. Так, ну что, Джоник, может все-таки яблочко еще, зайчик? А, ну, яблочко. Туда протолкнуть. Давай, поломаем, по кусочку дадим. Ой, тебе. Ой, так в ручку смотри. Да, вот. Еще. А, да ты подожди, пусть он то съест. Надо, видишь, как уговаривать мальчика. Джоник, такое яблоко, наверное, вкусное. Нет, что-то ты... Крошит. Крошишь, вообще вкусно. Джоник, а что такое? Он семечки выедает из яблочка. Может быть. Люсия, надо нам с тобой такая... как-то тогда это. Я буду есть яблоко, а тебе семечки давай, давай. А я что буду есть? Яблоко. О, чего вы? Чего вы? Сполошились. Ага. О, и слазят обратно такие. Джоник, ты видел, сколько носух за тобой? Дайте мне яблочко. Опа, забрал. Молодец. Вкусное яблочко. Угу. Подтверждаю. А и будет слышно, как мы жуем, конечно. Ну, извините, пожалуйста. Берите яблочки и хрустите тоже. Да. А тебе что дать?
Давай я тебе яблочко тоже дам. Ты там бросила? Она уронила, поменяла, да. Поменяла семки, яблочко на семки. Люся, ты бросила яблоко? Давай. Держи отберем. Свое. На твое яблочко. Ну, что ты смотришь? Его уже кто-то ел. Ага. А она смотрит, что девочки принесли. Морковка хорошо зашла. Сними. Хорошо. О, вот такая. Пока я дожую яблоко. Ох, Люся. Морковка, скажи, вот это да. Хорошая штука морковка, да? Да, где-то у нас. Люся, ты что, техникой уже интересуешься? На сушенок убежал с морковкой. Сашка, они, наверное, у тебя в чемодане. Морковка, да. О, огурцы тут Люся тебе еще подсортила. Да. Огурцы это они с удовольствием. Что? Ох, девочки, постарались. Правильно, лучшее угощение. Натуральные продукты. Ой, дайте Джонику огурчик, пожалуйста. Джоник, бери мальчик. И Джоник с огурчиком. Он. Всем по кусочку. Люся огурчик, а Люся? Ага, ага. Что, техника нужна? Что-то ты какая-то стала. Люся, бери огурчик. Вот, схватила, молодец. В одной руке, ой, в одной руке огурчик, в другой морковочка. Все как надо, все как ты любишь, да? На сухи вы куда? Да, Люся, теперь с тобой надо аккуратно. Ты что-то техникой интересуешься, а? Посмотри, какая. Убежала коза. Куда ты убежала? На суху поймала. Смотри, на суху у нее украла огурец. Она ее за шкирку держит. Смотри, Люся, смотри. Вернула так свой ты огурец. Пока держишь, она же ее съест. Ну, может, она ее просто поймала, это любимая на сухо. Видишь, что-то она к технике неравнодушна. Она пытается забрать. Я тебе говорю. Она просто она пытается забрать, чтобы скрыть факт, понимаешь? Люська, Люська, а? Джонечек. Видела кошку? Да. Лежи тихонечко себе. Угу. Ай, Джонечек, молодец. Все угостились и семечками, и орехами, и яблочками, и огурчиками, и морковкой. Таите, таите. Да? Нас и тут неплохо кормят.